Мурыгин. Лёлька. Шайба. Большие мальчики играли в хоккей, а маленького Вовку играть не брали. Возьмите меня, а? Вот у меня и шайба даже есть. Давайте я в воротах поставлю, а? Я такой громадный. Отстань. Тогда дайте нам всем поиграть и покататься. А, вот еще. А ну, становись. Быстро. Не годишься. Пошел. Ой, какая Полетели с нами. Нам так понравилось. Ты нас научишь. Что вы? Куда? А это на одну секундочку. Ты даже не заметишь. Что будет дальше? Выход к воротам. Передача. Добавить не удалось. Оживилась игра.
входе в игры, все время, чтобы поддержать быстрый... Товарищ космонавт! Товарищ космонавт! Скажите маме, что это на одну секундочку. Она даже не заметит. Вот, наш телефон. Пишите на хоккей, зовите всех друзей и включайте телевизор. Такая кутерьма, игра идет сама, шайбы, клюшки. Сверху, снизу, хоккей всегда хоккей. Вдруг стали веселей, ворчуны все. И ворчуни, хоккей всегда хоккей. Скорей сюда, скорей на экране. Тюни-муни, хохочет стадион, крохочет стадион в каждой шайбе. Рука плещет, и ты меня поймешь, и ты в ладони бьешь, если только ты болельщик. Хоккей всегда хоккей, обманем вратарей, вспыхнет лампа красным светом. Хоккей всегда хоккей, хоккей всегда хоккей. И в пространстве межпланетном хоккей! Человечки! Чуни-муни! Браво, тренер Вовка! Ура! Куда он его утащил? Наверное, в живой уголок. Это нельзя. Воспитывайте в себе лучшие качества человека. Доброжелательность, красоту души. Повторите. Красоту души. Именно. Ой. Yeah.